На пьедестал почета чебоксарского этапа «Лыжни России» поднялись 30 человек. Всего было разыграно 4 комплекта наград. Профессиональные спортсмены в этом году за награды массовой лыжни сражались на отдельной трассе. В первый день разыграли медали самых протяженных дистанций на 5 и 10 километров. В парке 500-летия чествовали призеров детского забега и тех, кто первым дошел до финиша основной трассы. По традиции награды вручали самым юным и опытным участникам. Так на пьедестал почета поднялся двухгодовалый Матвей Игонин. Подарки юным спортсменам вручали и спонсоры соревнований. Свой призовой фонд учредил и магазин «Спорттовары». Магазин «Спорттовары» предлагает товары для спорта, туризма и отдыха по доступным ценам от производителя. Лыжи, лыжные ботинки, коньки и так далее. Широкий ассортимент.